Сейчас мы уже освоили кое-какие примитивы. Давайте попробуем сделать какой-то небольшой наш геометрический объект из этих примитивов. Перейдите на вкладку вот Front. Здесь можно создать цилиндр. Давайте укажем, что это цилиндр. Мы будем бревно, например, делать, да? Что-то у нас там 150 миллиметров диаметр, да, и пускай он там длину будет там 3 метра, пускай. Допустим. Вот, это вот такое вот у нас какое-то бревно будет. Давайте сделаем 4, чтобы лучше было. Вот. Включим движение и скопируем наш объект. Сделаем его инстанс. Теперь возьмем два объекта. Опять-таки скопируем их инстанс. Только как бы немножко подымем друг на друга. Чтобы у нас получилась вот такая вот как бы врезка бревна реальная. И давайте теперь повторим эту махинацию. Тоже инстанс, например, там скорее будет 5. То есть у нас получается какая-то такая мини-песочница, мини-колодец какой-то. Создадим бокс по углам. Поднимем его вверх до нужной нам величины. Сейчас мы все делаем на глаз, нам сейчас главное понять принцип работы. Скопируем, сделаем его инстансом. Выделим через Ctrl 2. И опять-таки скопируем инстансом. Вот. Перейдем опять на вкладку Front. Сделаем какой-то вот такой бокс. Это у нас будет крыша. Допустим, как-то вот так. Повернем его. И включим инструмент отзеркаливания. Создадим копию. И на глаз посадим нашу крышу. Этот объект. Сложного здесь ничего нету, но тут сейчас самое главное просто понять принцип, как бы, чтобы вы уже как бы умели обращаться с объектами и умели их моделировать в сцене.